Сегодня на Дорода самый мистический челлендж. Наши героини будут открывать сейфы и ждать, что им попадется что-нибудь интересненькое. Представляешь, что он сказал? Эй, смотри, она не закрыла шкафчик. Давай узнаем, что там такое. Кажется, это сейфы. Вау, может быть, внутри лежит что-то очень ценное? Давай посмотрим. Нет, стойте! Где это мы? Кажется, самое время для челленджа. Чур, я свой сейф открою первый. Он у меня улыбающийся. Ничего себе! Целая стопка ярких попытов! Вот это здорово! Здорово? Да не то слово! Самое время потыкать в них и немного успокоиться. Странно, а чего это они такие мягкие? И пахнут вкусно. Они мармеладные! Их так много! Я могу съесть их все сразу! Остановиться очень сложно. Уж больно они вкусные, эти ваши мармеладные попыты. Кажется, она все-таки остановилась. Наверное, специально для нас, чтобы мы попробовали. А ну-ка, иш, это мое. Больно. Самое время узнать, что же ждет меня. Ну-ка. Кажется, это что-то мягкое. Ой, это же живые черви! Я не буду их есть! Не хочу! Они ползают! Все, не переживай! Они все улетели! Улетели? Да они все на мне! Помогите! Они хотят меня съесть! Думаю, тут поможет пылесос. Он мигом съест всех червяков. Даже тех, кто изображает усы на твоем лице. Это смешно выглядит, но я его сниму. Ой, что ж ты свои губы расставила? Мне же как-то нужно червяка засосать. Все, готово. Да уж, готово. Губы у Дианы тоже вполне готовы. Издеваешься, значит? Тогда почему бы тебе не попробовать на вкус всех этих прелестных червяков? Получай! Они во мне! Что же мне делать? Какая гадость! Ладно, тебе не кричи. Лучше посмотри, что там у тебя в сейфе. А ждет меня в сейфе. Какое-то зелье! Надеюсь, я не превращусь в лягушку или червяка. Странно, пока я вообще ничего не чувствую. Все так же, как и было до этого. Это странно. Ой, нет, что-то со мной происходит. Девочки, помогите! Кажется, это зелье уменьшения. Я теперь размером с вашу руку. Давай, я подниму тебя назад. Смотрите, какая милашка. Малюсечка, пупусечка. Ах, ты еще и кусаешься? Как же больно. Но ничего, я все равно разберусь с тобой, малявка. Будешь драться с настоящей змеей. Думаешь, я ее боюсь? Да я ее сразу в два счета уделаю. Интересно, кто же победит? Пока неизвестно, но я думаю, что червяк сильнее. Червяк? Да я его уже победила! Получай! Вот тебе! На! Надо же, и правда она победила! А вы как думали? Это был очень крутой бой! Узнали, какая я сильная? Да! На этот раз вкусняшка у меня, так что сейф я открою первый. Вот это да! Это же мой любимый коктейль с Марсом! Обожаю такие! Чего же я жду? Пора пить! Странно, почему он не льется? Дурацкая бутылка! Да, как можно не понимать? Слушай, давай я тебе покажу, как надо пить. Ты? Ну, на! Пошутила. Еще чего. Не дам я тебе коктейль, он мой. И без тебя попить смогу.
Какая же ты жадная! Но ничего, я тебя проучу. Будешь знать, как с подругами не делиться. И что ты наделала? Теперь я вся мокрая. Хотя могла выпить всю бутылку. Я думала, что мы подруги. Все, хватит ныть. Пусть Диана открывает сейф. Что? Рыба? О, нет. Как хорошо, что она не наша. От нее воняет. Но ты все равно должна ее съесть. Таковы правила. И без тебя знаю. Сейчас попробую. Это ужасно. Нет, это выше моих сил. Так не пойдет. Я не буду ее есть. Как это не будешь? Говорю, правила такие, так что давай. Ладно, уговорили. Нужно сделать это максимально быстро. Все, я закончила. Ай-яй, скелет-то мне зачем? Уберите его с меня! Хватит смеяться. Давай, Мэри, открывай свой сейф. Я с удовольствием. Это еще что такое? Какая-то конфетка Skittles? Я их, конечно, люблю, но почему так мало? На вкус вроде обычная. Просто классная конфетка. В общем-то, я довольна. Смотрите, да эти конфеты теперь растут на моем лице. И на руках. Как же это круто! И правда круто. А дашь попробовать? Конечно. Здорово. Смотрите, теперь я тоже вся в конфетках. Диана, хочешь? Come on! Нет уж, спасибо. Не буду я прыщи ваши есть. И снова первый сейф буду открывать я. Думаю, с этим все согласны. Вот это я понимаю подарок. Айфонов много не бывает. А какие же красивые фотографии на него получатся. Загляденье. Я тоже хочу. Дай мне пофоткаться. А ну уйди. И не порти мне снимки. Отдай. Он мой. Я хочу пофоткаться. Девочки, хватит ругаться. Отдайте его мне. Вы там пока решайте, чей он все-таки. А я поиграю. Да как ты посмела? Отдай его мне. Он мой. Вы что наделали? Мой новый телефон. Нет. Ой, кажется, теперь он не в лучшем состоянии. Все ты виновата. Вы что наделали? У меня теперь не айфон, а какое-то разбитое корыто. Пока ты миришься с этим, я открою свой сейф. Странно, но почему же он пустой? Давай же посмотрим, что там. О, нет, только не лягушка. Я их боюсь. Помогите мне. Уберите эту дрянь с моей головы. Фух, избавилась. Мне это животное тоже не нужно. Давай, прыгай отсюда. А мне-то за что? Жаба твоя, а я ее еще и есть должна. Ну уж нет. А что, если это заколдованный принц? Тогда я стану настоящей принцессой. Нужно это проверить. Okay. И как там принц? Что-то не превращается. Кажется, теперь мне пора посмотреть, что в моем сейфе. Ого, непонятная шляпа. Что же мне с ней делать? Понятия не имею. А что вот делать мне с лягушонком? Не хочу тебя расстраивать, но кажется, твой лягушонок теперь превратился в камень. Камень? Странно. А почему он коричневый? Ага, точно! Это же шоколад! Да не просто шоколад, а очень вкусный шоколад! Слушай, а может твоя шляпа с моим айфоном такое сотворить может? Давай узнаем. Сработало! Как же круто! Теперь у меня есть шоколадный айфон. К тому же очень вкусный. Значит, шляпа не бесполезная. Но можно ли ее носить? Вроде все окей. Ого! У нас с тобой теперь есть шоколадная Мэри. Давай ей пальцы все съедим.
Нет, мы не будем издеваться. Давай лучше просто снимем с нее шляпу. И она снова станет собой. Ну, давай попробуем. Спасибо, вы меня спасли. Я уж думала, навсегда останусь шоколадной. На этот раз вкусняшка ждет меня. Надеюсь, там будет что-то мега вкусное. О, Нутелла! Обожаю ее. Хочу съесть всю банку. Вау! Ой, прости, Клариса. Крышка сама захотела сесть тебе прямо на голову. Это же не значит, что она теперь должна бить меня по лицу. Да ладно, не обижайтесь. Я просто одурманена предстоящей вкусняшкой. Уверена, Нутелла будет, как всегда, очень вкусной. Я тоже хочу. Хочешь, но не получишь. Это моя Нутелла. И все-таки на носике капелька осталась. Круто. У тебя на носике, а у меня все руки в Нутелле. Да уж мы видим. Ты вся в ней. Кажется, теперь нужно залезть за ней поглубже. О нет, моя рука. Она застряла. Обжора, есть надо меньше. Лучше бы не смеялись, а помогли мне. Давай, Клариса, помогай. Тяни эту банку. Стараюсь. Давай, мы сможем. У нас получится. Давай, тяни. Ой, круто. У нас теперь куча Нутеллы. Давай скорее все съедим. У меня все хорошо. За меня не переживайте, я жива. What? Вы что, все съели? Да как вам? О, еще шоколад. Можно прямо с руки его есть. Come on! Окей. Пока ты ешь, я узнаю, что ждет меня. Что-то вонючее. О, нет, только не сыр. Прошу. К сожалению, это именно он. Я не хочу его есть. Пожалуйста, пощадите. Он ведь такой гадкий. Меньше слов, больше дела. Давай, кусай уже. У, гадость. Да уж, выглядит просто омерзительно. Так и есть. Я не могу это проглотить. Это слишком мерзко. Хотя... Вот и все прошло. Круто. Да, круто. Теперь узнаем, что же ждет меня. Кажется, нам пора. Где это мы? Как мы тут оказались? Что это? Надеюсь, там что-то вкусненькое. О, да, это бомба. Ложись, сейчас взорвется. Она, похоже, сломана. Что-то не так. Я поняла, это сладкая бомба. Ого, она такая вкусная. По-настоящему взрывной вкус. Невозможно оторваться. Хочется еще и еще. Вот бы мне тоже попробовать. Нет уж, это все мое. Ого, ты так быстро все съела. Осталась последняя часть. Я первый раз ем секундомер. И это очень вкусно. Всем советую попробовать. Стоп, что это за звук? Ты слышишь? Идет оттуда. Что там такое? Это же настоящая бомба. Самая настоящая. Помогите! Что происходит? Ого, смотри! Всем привет! Я услышала, что тут кто-то просит о помощи. Не волнуйтесь, я вас спасу. У меня есть специальная лента. Вот так, теперь вы в безопасности. А это что? Интересно, как скоро она рванет? Непонятно, но нужно торопиться. Давайте же. Ого! А кто-то знает, как пользоваться этими кнопочками? А, кажется, я все испортила. Моя работа здесь закончена. Ну все, пока. Ого, так высоко? Мэри, что нам делать с бомбой? Без паники, у меня есть план. Вот что нужно. Мэри, это не поможет. Окей, а эта курочка? Ты что, издеваешься? Тебе не угодить. А как насчет этого? Нет, быстро убери ее. Как же с тобой скучно. О, нашла. Это то, что должно подойти. Я перекушу ими провод. Это отличная идея. Ого, тут столько проводов. И какой из них нужно перерезать? Думаю, синий. Мэри, пожалуйста, угадай. Готово. Что, мы спасены? О, нет, время пошло еще быстрее. Нет. Ауч. Ну вот, я вся в шоколаде. Классно. Да, я тоже.
Кто из нас больше съест шоколада? Я выиграю. Одну, еще одну. Я от тебя не отстаю. Ничья. Это было просто круто. Ну что, открываем? Ого, я так счастлива! Это же новый айфон! Вау, и у меня тоже, это лучший подарок! У нас что, два одинаковых айфона? Не знаю. Тогда я проверю. Ого, он так удобно лежит в руке. А еще тут есть много приложений. Только почему-то они все не работают. Что-то тут не так. Ого, это шоколадный айфон. Такого я еще не пробовала. Ой, вкуснятина. Вау, если у тебя шоколадный, значит у меня настоящий. Супер, время сделать парочку селфи. Да, отличная идея. Улыбочку. Уйди, ты портишь кадр. Вот так намного лучше. Ну, держись, моя месть будет жестока. Я такая милашка. Помогите! О, нет, мой айфончик. Так тебе и надо. Да как ты меня напугала. Упс, где мой шоколадный айфон? Хоть бы с ним все было хорошо. О, нет, мой новенький телефончик. За что я больше не смогу делать потрясающие селфи? О, идея. Мэри! Да, чего тебе? Давай поменяемся телефонами. О, давай. Давай мне свой, а ты бери мой. О, нет, что с ним? Он сломан. Челси, ты меня обманула. Что? Она еще и ест мой шоколадный айфон. А ну отдай. Я на такой обмен не подписывалась. Эх, остался совсем маленький кусочек. Ого, шоколадная зарядка. Сомневаюсь, что это поможет, но можно попробовать. Вау, я ведь теперь могу есть этот айфон бесконечно. Ого, вот это Мэри повезло. Завидуй молча. Какая вкуснятина. Может, я тоже смогу починить свой айфон? Попробовать стоит. Так, берем. Помогите, спасите! Это была плохая идея. А, вот это у тебя прическа. Такая смешная. Чур, я первая. Мой любимый киндер-сюрприз. Еще и так много. Классно, у меня тоже. Целых 6 штук. Что? У тебя тоже? У кого шоколадные, а у кого настоящие. Ура! Мне повезло, у меня настоящие. Надо побыстрее все очистить. А то мне уже не терпится их попробовать. Молочный шоколад, обожаю. Ого! Внутри еще конфеты M&M's. Так в два раза вкуснее. Ого, я тоже так хочу. Точно, у меня же есть свой киндер-сюрприз. Как же он сладко пахнет. Настоящее яйцо, какая гадость. Ха, так тебе и надо. Так нечестно. Надеюсь, следующее яйцо таким не будет. Как же страшно пробовать. О нет, тоже желток, ненавижу. Фу, выглядит ужасно. Это самый худший раунд. А мне нравится, ведь киндер-сюрприз – это лучшая вкусняшка в мире. Это сладкий шоколад, а внутри тебя всегда ждет сюрприз. Вау, шоколадные шарики, обожаю. Но я тоже хочу съесть хоть один настоящий киндер-сюрприз. Челси, дай попробовать, пожалуйста. Нет, как киндер-сюрприз можно кому-то отдать? Он только мой. Челси, ну ты такая жадина, что же делать? А, придумала. Я разыграю Челси. Может быть, тогда она поймет, что с друзьями нужно делиться. Но приготовься, Челси. Хм, какой бы съесть следующий? Вот, это то, что нужно. Стоп, что это за мерзкий вкус? Тебе что, не понравилось? Ах, это ты подстроила. Ну, держись, получай. Нет, мое лицо, оно испачкано. Такой розыгрыш оказался неудачным. Фу, ну и гадость. Тебе надо съесть все эти киндер-сюрпризы. О нет, только не это. Эх, надо, значит надо. Хотя у меня есть идея получше. Устроим минутку кулинарии.
Ты что опять задумала? Берем одно яйцо. Берем яйцо и разбиваем его в сковородку. И так делаем со всеми яйцами. И получаем ароматную яичницу. Выглядит очень даже аппетитно. Мэри, можно я попробую? Нет, эта яичница только для меня. Эх, ну и ладно. Опасный кулинарный трюк. Опа! Ого, как высоко! Идея! На, получай! А тебе так больше идет. Моя яичница испорчена. Я больше не буду готовить. Я начинаю. Ого, набор из Макдональдса супер. Теперь я. Вау, у меня тоже. Я попробую первое. Кока-кола отлично утоляет жажду. Что? Как же так вышло? А, я поняла. У меня шоколадная кока-кола. Точно, обожаю шоколад. Ого, классно. Вау, это же конфеты M&M's. Ого, шоколадная кола с конфетами M&M's. Идеальное сочетание. Блин, ну я тоже так хочу. Так, попробуем. Ай! Помогите, я вся промокла. No! Ну как тебе душ из кока-колы? Ничего смешного тут нет. Упс, как жаль, что ты осталась без кока-колы. Интересно, картошка фри тоже шоколадная? Да, полный восторг. Шоколадная картошка фри? Такого больше никто не пробовал. Хочу съесть сразу все. Восхитительно, я могу есть ее вечно. Ого, тут съедобная даже коробка. Ты не шутишь? Ну-ка попробуем. Фу, да ты меня обманываешь. Она несъедобная. Эх, я осталась и без картошки, и без кока-колы. Не расстраивайся, okay. Держи. Ого, спасибо тебе большое. Ты настоящий друг. Какую еду ты бы хотел попробовать? Больше шоколадную или настоящую? Пиши в комментариях, а также подписывайся на наш канал Дорода.